Изменивший Королёвой Тарзан вляпался в новый скандал. Как можно было сесть на? На что же сел Сергей Глушко, вы сейчас узнаете из этого видео. Известный российский стриптизер и муж Натальи Королёвой Тарзан удивил необычным снимком. Новое фото появилось на инстаграм-страничке знаменитости. «Я улетел, но обещал вернуться», — сообщил Сергей в подписи к посту. На фоне скандала о его измене певицы, такое заявление шоумена было довольно странным. На опубликованном фото он предстал в черном наряде с желтой шляпой, а в руках Тарзан держал зонтик. В комментариях под постом артист нарвался на критику. Поклонники обвинили в кощунстве, поскольку на фото он сидел на памятнике. «Клоун. На пособие что ли улетел? В 12 тысяч уложился? Как можно было сесть на памятник? Это кощунство. Классное фото. Хороший отдых был. У нас в Рио такие мужчины, как Тарзан, через одного». Стоит отметить, что Тарзан разместил уже множество фотографий из Занзибара, где, судя по хештегам, показывал свое эротическое шоу. В кадр попали местные жители, от которых восторгался российский артист, но ни на одном из опубликованных снимков не было его жены Натальи Королёвой. Видимо, в отношениях звездной пары не все так и гладко. Джамбо, джамбо буана, аборигани, зурисана, вагени. Дорогие друзья, нашему каналу очень нужна ваша поддержка. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал «Привет, земляне». Только на этом канале вы узнаете много интересного. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.